Пришло время всеми любимого 100 слоев еды челленджа. Пристегните ремни, сейчас будет нечто очень крутое. Добро пожаловать на Мультидо. Кит-кат, прикольно. Но почему всего один? А вот мне повезло. Мне еще больше повезло. У меня целая башня из кит-катов. Ничего себе! Вот бы и мне столько шоколадок. Но они мои. А ты будешь есть свой кит-кат. Я с радостью. Пусть он маленький, но он все еще очень вкусный. Не могу остановиться, как вкусно. Ой, больно! Настолько вкусно, что чуть палец свой не откусил. Не смешно. Вообще-то это больно. Кстати, твоя очередь есть шоколадки. Прежде чем есть, нужно избавиться от их упаковок. Так-то лучше. Теперь и полакомиться можно. Вот бы и мне столько кит-катов. Я сама себе завидую, как мне повезло. Ты про свои усы? Такие большие, просто вау. Не хватает только шляпы и монокля. Вот так намного лучше. Красавица. Все, усов больше нет. Мэри, теперь ешь ты. Классно. У меня как раз появилась идея, как быстро избавиться от всех фантиков на этих киткатах. Для этого у меня есть маленький вентилятор. Прикольный способ. Спасибо. А теперь настало время съесть все эти шоколадки. Очень вкусно. Могла бы и поделиться. Еще чего. Мне самой мало. Раз она такая жадина, предлагаю ее проучить. А поможет нам вот эта машинка. Классная идея. Запускай прямо в башню. Ой-ой, спасите! Падаю! Пранк удался на славу. Я жива, со мной все окей. Ненадолго. Мы избавились от Мэри, поэтому теперь можем сами съесть все киткаты. Я, конечно, не люблю перец, но этот такой маленький. Повезло, у меня их вон как много. Много? Вы вообще видели, что стоит передо мной? Тут же тысяча этих перцев! Ого, и правда много. А у меня всего один. Если у тебя один, да еще и такой маленький, то ты первый будешь его есть. Я даже не против. Он и правда очень маленький. Остро? Но я ожидала худшего. Вообще-то это очень даже неплохо. Вот и все. Остин, теперь твоя очередь. А вот и нет. Теперь Джилл. Нет уж, теперь... А, я же последняя, точно. Видимо и правда, перца есть придется мне. Но мне кое-что нужно. Зачем тебе стакан? Потому что сок из перцев явно не такой острый, как сами перцы. Что? О, такое пить не страшно. Поехали. Ой-ой, это острее, чем я думала. Прячься! Скорее прячемся! Странно, куда все подевались? Ну, раз никто не видит, я просто вылью остатки. Деревцу полезнее, чем мне. Все? Пожар закончен? Да, я уже все допила, поэтому теперь очередь Остина. Уже? Ладно, я парень, поэтому я смелый, погнали! Да тебя от одного перца всего перекосило. Ничего подобного, я ем! Выглядит это ужасно. Потому что так и есть! Я чувствую, как горю внутри! Мамма-мия! Так, а теперь не только внутри! Помогите! Страшно, конечно, но это неплохой повод поджарить маршмеллоу. Будет очень вкусно. Я падаю! Падай себе спокойно. О, маршмеллоу очень даже ничего. Согласна, прикольные. Но Остина жалко.
Я люблю Орео, но когда их много? А сейчас у меня всего лишь одна печенька. А мне хватит, у меня несколько. У тебя еще немного. Вот у меня реальная куча. Раз вам так повезло, то я хотя бы съем Орео первый. Для этого мне понадобится специальная маленькая катапульта. Ага. Только осторожно. Не промахнись. Я не умею стрелять мимо. Браво, супер! 10 из 10. Спасибо. Теперь следующая печенька. Точно, у меня же была всего одна. Жаль. Раз ты уже все, значит теперь моя очередь. Мне пригодится стаканчик молочка. А еще бы мне не помешали вилочки. Теперь можно есть. Вау! Смотрите, как круто. Каждая печенька на отдельной вилочке. Удобно и очень практично. Каждую печеньку можно с легкостью окунуть в молочко. А значит, каждая печенька станет в разы вкуснее. Может, и мне достанется. Ну вот, не получилось украсть печеньку. У тебя их и так целая куча. Теперь неплохо бы запить их молочком. Правда, поднять стакан с такими вилками довольно проблемно. Ну как, вкусное молоко? Пришло время избавиться от этих вилок. Просто рукой взять стакан намного проще. Остин, теперь твоя очередь. Круто! Но я не хочу просто так есть печеньки. Я лучше сделаю одно огромное Орео. Самое вкусное в Орео – это начинка. Значит, нет ничего лучше, чем Орео только с начинкой. Я уже предвкушаю, насколько это будет вкусно. Просто волшебно. Да уж, круто. Вкусно. А главное, что без лишних печенек. Кстати, можно их съесть? Я бы тоже была не против. Конечно, мне не жалко. Круто, нам еще и печеньки достались. Ну вот, я хотела побольше сока. Как у меня? У меня его вон сколько. Скорее, как у меня. У меня все равно больше. Okay, here we go. А вот Мэри совсем не повезло. Зато я выпью свой сок первый. Странно, какой-то он густой. Густой? Да, совсем не льется. Не льется? Значит, сейчас польется. Ну, Зак, и зачем ты так сделал? Это же весело. Совсем не весело. Интересно, какой он на вкус? Неплохо. Я бы сказала, это очень вкусно. Ого, какая скорость. Ничего себе. Я все. Значит, теперь мой черед. Я так долго ждал. Для питья обязательно нужен боевой раскрас. А можно и мне? Нет, это мое. Нужно хорошенько подготовиться. Теперь я готов. Пришло время пить. Просто невероятно. Ничего вкуснее в жизни не пробовал. А чего так неаккуратно? Да уж, манерам тебя точно не учили. Кому есть дело до этих манер, когда перед тобой такой прекрасный сироп? Он очень вкусный. Вот и я закончил. Джилл, теперь твоя очередь. Интересненько, какой же этот сироп на вкус? Вы были правы. Он очень вкусный. Хочется выпить весь сироп сразу. А я что говорил? Можно приступать к следующим бутылкам. Но пить это скучно. Я знаю способ поинтереснее, чтобы разобраться с ними.
Зачем ты льешь все это на стол? Могла бы выпить. Я хочу перемешать все сиропы. Смотри, как это красиво. И правда очень круто. Красиво и, наверное, очень вкусно. Вау, просто волшебно. Дашь попробовать? Нет, не дам, он мой. Только вот что-то руки прилипли. Эй, они вообще не отходят. Кажется, нужна помощь, держись. Я тоже должна помочь. Ура, меня спасли. Всем спасибо, было вкусно. Не всегда много еды означает что-то крутое. Иногда приходится есть целую кучу какой-то гадости. Например, острых перцев. А еще больше крутых челленджей вы всегда найдете на Мультидо.